А ось цей миловидний хлопчина ще зранку краєм ока, вгледівши нових суддів, зрозумів – на поблажки сьогодні можна не розраховувати. Я рассчитывал, что если будет Дубцова, то она так или иначе мне да скажет. Ну, ей нравятся красивые мальчики. У свої 18 Руслан знає, в житті не варто розмінюватися на дрібниці. Якщо в море, то капітаном. Якщо співати, то тільки на X-факторі. Учусь в мореходному коледжі. Будущий капітан. Капітан, собственно, только дает приказы. Все их исполняют. В общем, я не буду делать черную работу, грязную работу. Я буду ходить в рубашке, типа вот как сейчас, вот, при погонах и пить кофе на мостике. Сегодня мне хочется понравиться людям. Понравится, чтобы мне хлопали не от того, что они должны делать, а от того, что им понравилось это. Ой, как мне нравятся моряки. Да, скажу честно. С тобой пришел твой друг. Да, меня зовут Юра. Юра, ты со мной будешь болеть? Ну, конечно. Хорошо, будешь болеть? Хорошо. Ну, Руслан, я тебе желаю 7 футов под килем. Спасибо. И чтобы все ты сделал так, спел, как ты сам мечтаешь об этом. Прошу тебя, на ступенечки. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы приготовили? Я буду петь песню Майкла Джексона «Just Can't Stop Loving You». Давайте. Волнуется. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Прикольно. Whispers in morning, our love is darling, and I'm glad you came. Ему очень нравится Джексон? Да, он танцует. I just can't hold on. Жалко, жалко. Strong. This my life in distance. And I can the hands for be I can't be with you. Oh, I just can't stop loving you. Надеюсь, он будет капитаном не пассажирского судна. I just can't stop loving you. Как тебе? Задатки есть. Он как бы у меня учился. У тебя учился? This is my life, and I want to stop loving you. I just can't stop loving you. And they must stop and tell me just. До этого у него голоса совсем не было, и слуха тем более. Молодец. Да, надо его останавливать. Я думаю...
думаю, что вы там можете стать капитаном, потому что музыка вам абсолютно не помещает. Спасибо. Да. Так выходишь на мостик и говорит, а сейчас все на Ямайку. Я молчу. Но сцена это ваша, понимаете? Вот сцена вас любит. Не, спиди же. С точки зрения спива сцена не твоя. С точки зрения спива, может быть, стоит еще позаниматься, потому что голос очень красивый. Окей, мы тебя чекаем за рик. И редкий тембр, редкий тембр. Может быть, стоит позаниматься с педагогом по сольфеджио, по вокалу, потому что вы можете быть на сцене. Дорогой, я говорю да. Я говорю нет. Нет. Я кажу ни. Спасибо. Ну, три ни. Как можно сказать так? Он же не спевал. Серёга, ну ты чё? Ну чё, парень классный. Руслан, ну что это такое? Сколько эмоций из-за тебя разразились в баталии? Бывают такие это случаи, а, да? Надо же. Да. Сколько людей с идеальным слухом, а поют а, так да. себе, ни то, ни сё, и внешне никакие, вот да? А. Ну, поют что-то. А тут вот наоборот, вот. Все данные, и тембр, и голос ровный, и сам хороший танцует. Но, черт возьми, со слухом проблемы. Ну, его можно вытянуть. Спасибо вам огромное, было приятно с вами познакомиться. Взаимно. Хорошего дня, до свидания, ребят. Если он займется с педагогами, сольфеджио вот будут выверять все ему. Он врач. Может быть, грузин. Очень крутой он грузин артист. На спешках идти. Потому что у него он данные убит. Есть. Ух ты, завелся, Серёня. Полностью доволен собой, своей работой. Все, что было проработано, было на 100% от меня. Я приду в следующем году. Голос у него красивый. Я умру сейчас. Все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.